Настоящий лидер выступает за правильные ценности. Так считают эти ребята. Свою инициативу закладки «Только для книг» стали реализовывать в несколько этапов. Сначала отправились в детский лагерь «Космос», где поговорили с подростками о социальной проблеме. А затем попросили их отобразить свой взгляд на бумаге. На основе лучших рисунков разработали стикеры, которые в скором времени закроют надписи с номерами телефонов торговцев смертью. Наш проект посвящен сокращению нарконадписей, то есть ликвидации легкодоступности наркотических средств и психотропных веществ. Мы боремся с этим. Как альтернативу предлагаем спорт. Это не только времяпрепровождение и хороший досуг. Это, во-первых, наверное, поддержание своего здоровья в тонусе. Эйфорию от спорта, а не от запрещенных веществ, привык получать и боксер Артур Осипов. Ценности, которые пропагандируют лидеры Тамбовщины в своем проекте, оказались близки спортсмену. Поэтому он не отказался помочь ребятам в борьбе со злом. Это, я считаю, плюс общаться с молодыми людьми, где-то их настраивать. Потому что они меня в основном видят все либо на ринге, либо в соцсетях, то есть в интернете. А здесь мы приходим, я живой, я с ними общаюсь, общаюсь на равных, и тем самым пытаюсь их замотивировать и настроить на тренировки. К тренировке со звездой присоединились все, кто оказался в это время в парке дружбы, так что у полуфиналистов этой команды пара дополнительных баллов на следующей сессии будет точно в кармане. Финальную точку в своем социальном проекте лидеры Тамбовщины поставят автомобильным квестом, где ребята должны будут расклеить вот эти наклейки на всех надписях с наркотическим подтекстом. Марина Корякина, Александр Поздняков, Александр Кобзарев, «Область новостей».